Объяснительное. А теперь объяснительное. Наша игровая рубрика, которая принесет кому-то пригласительный в Белорусский государственный академический музыкальный театр. На 9240 нужно будет отправить смс-сообщение с нужным словом. А вот это нужное слово объясняют сегодня наши друзья. Из МЧС города Минска спасатели. Они объясняют нам слово, которое связано с их профессией. Но объяснять будет из разных каких-то сфер деятельности человека и из разных страниц истории даже человечества. Как только поняли, сейчас мы включаем объяснение, как только поняли, о каком слове идет речь, присылайте его как можно быстрее в виде смс на номер 9240. Кто первым присылает правильный ответ, тот попадает в наш эфир. Мы вам звоним и в эфире задаем дополнительный очень простой вопрос. Вы отвечаете и получаете пригласительный в Музкомедию. Итак, включаю объяснение 9240. Что это за слово? В Риме есть испанское, в Иерусалиме недвижимое. Она бывает трехколенная. Бывает запасная, служебная, кровельная. Говорят, что во времена Золотого века при ее помощи осуществлялась коммуникация между богами и людьми. В Одессе называется Потемкинская. Палка, штурмовка, ну и любимая студентов пожарная. В башнях средневековых замков строились таким образом, чтобы подъем по ним осуществлялся по часовой стрелке. Кардиотренировка для тех людей, у которых отсутствует в доме лифт. А движущаяся называется эскалатор. При помощи какой потемкинской палки осуществлялась коммуникация между богами и людьми? 9240. Ждем ваши варианты ответов. Сейчас, тем более, уже стало практически очевидно. И через 10 минут свяжемся с тем, кто первым прислал правильный. Слушаем «Крокус». Радио «Минск». Пояснительное. После рубрики «Объяснительное», как обычно, у нас рубрика «Пояснительное». Наши друзья, недавно сотрудники МЧС, объясняли одно слово, и мы, кстати, это объяснение еще раз послушаем, но пока вот наш слушатель, который первым правильно догадался, что ж такое объясняли, Микола. Микола, доброй раницы. Прилетание, прилетание Радио Минск, прилетание Беларусь. Микола, скажите, что это за слово? Слово «лестница». Лестница, выдатно. С первым заданием вы справились. Другое задание – это у нас пытание. И оно будет как раз по теме «лестницы» и по музычной теме, потому что Радио Минск – это музыка так само. Да. Микола, ведаете такие гурты, как Led Zeppelin? Так, конечно. Так вы скажите, куда ведет ведомая лестница гурта Led Zeppelin? На небесы, у пекла, ти, да... пожарного выхода, потому что каханье – это огонь, разумеете? Stairway to the heaven, лестница небесы. Небесы! Выдатно. Это правильный отказ. Правильный ответ. Микола, мы вас поздравляем. Оставайтесь на линии, расскажем, как забрать пригласительные на... Вот куда мы отправляемся? На музыкальную комедию «Бабий бунт».